Привет, друзья! Сегодня у меня в ремонте Subaru Legacy. Машина у меня в мастерской. Разбираю ее. Итак, машина разобрана, и теперь видно все части кузова, которые мне надо отремонтировать. Это правая задняя четверть, правая задняя дверь, левая часть переда. Менять буду только переднее крыло. Ремонт начну с передней части. Сначала я вытяну поврежденную часть, потом я разберу ее на составляющие ее элементы, все это отровняю и свалю все обратно.
Эту деталь я буду приваривать с установленным крылом. Равнять железо спереди я закончил, теперь покрашу отремонтированную часть. Покрашенную часть обработал антикором. Теперь снимаю бумагу и буду устанавливать детали переда. Проверяйте, выравнивать зазоры. Но сначала мне надо подровнять крыло. Оно не идеально в состоянии. Сначала я придам ему форму, затем установлю его на место и после сделаю финишную рихтовку. Передом я закончил, теперь начну ремонтировать заднюю часть и заднюю дверь. Начну ремонт с задней части.
Задней частью я закончил. Теперь ремонтирую дверь при помощи спутера и немного заднюю арку. Работу с железом закончил, чистый металл грунтую, устанавливаю детали, проверяю зазоры. Итак, работа с металлом закончена, машина уезжает на покраску. Через пару недель машина вернулась ко мне в краске, собираю ее.
Ремонт этой машины закончен. На этот ремонт ушло 45 часов моя работа и пару недель покраска. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь, чтобы увидеть новые видео. Пока!